Вот, и там видео про Нарву. Или в плейлисте, в плейлистах посмотрите видео «Моя любимая Нарва». Я, по-моему, назвала плейлист. И там у меня с Нарвой видео. И там есть, как я в Кренгольме, там какой-то арт-фестиваль художничков, какой-то фестиваль. И я там снимаю, видео делаю тоже. Вот стоит Люкс Экспресс с одной стороны и с другой. Сейчас мы вот проедемся, и вы увидите Таллин, да. Очередь увеличилась, да. О, увеличилась, и так плотненько встали люди. Но это потому, что два автобуса, да, приехало, я думаю, только что. Сейчас у нас 14:19, я сейчас проеду, а потом сравню, каких людей я снимала видео час назад и насколько они продвинулись или нет. Люди стоят с зонтиками. Угу. Вот смотрите, вот видите, какая очередь сейчас очень большая. Тоже мужчина снимает. Сейчас очень большая очередь прям за надпись, ну, до надписи Нарва, и достаточно плотненько стоят. Я подумаю, с зонтиками от солнца жарко сегодня, жаркое солнце. Ну все, вот русские люди мигрирующие, у них разные виды гражданства. Так, вот мужчина, я, по-моему, его запомнила. По-моему, мало продвинулось очередь за час, очень мало. Вот эти Люкс Экспресс, про которые я вам говорю, курсируют, несколько автобусов в день ходит из Таллина, привозят сюда людей, высаживают. Они, люди переходят самостоятельно границу. Вот, и потом там их такой же автобус.